Филармонии сегодня открыли предюбилейный 79-й концертный сезон. Посетителей ждали приятные сюрпризы и культурная программа. Подробнее расскажет Алия Арзаева. Сегодня публика Новосибирска прониклась музыкальной атмосферой. Филармония открыла 79-й сезон концертной программой. Не обошлось без сюрпризов. На четвертом этаже распахнул двери музей Арнольда Каца, основателя симфонического оркестра. Великие люди, известные люди, значительные люди, конечно, должны иметь памятные доски, должны иметь музеи, должны иметь те вечные, неприходящие, возобновляющиеся воспоминания, которые и делают их навсегда живыми. Дирижер, педагог, народный артист и почетный гражданин Новосибирска Арнольд Кац оставил неизгладимый след в культурной жизни региона. Филармония хранит реликвии этого великого человека. Теперь они доступны и посетителям музея. Нам бы хотелось, чтобы люди, которые читали, или вот эти вот воспоминания о нем, или его высказывания, или вот эти вот заметки короткие, чтобы они видели с разных сторон. И где-то они взгрустнули, где-то они улыбнулись. Но ушли отсюда, из этого музея, с ощущением, что Арнольд Михайлович совершенно потрясающий человек. В холле второго этажа концертного зала художник Александр Шуриц представил персональную выставку «Сентябрь в городе Н». В экспозиции 25 работ, которые, по словам автора, отражают его впечатления о жизни в большом городе. Это сибирская природа, улицы, люди. Все, что я делаю, и все, что здесь представлено на мольбертах, это, в общем-то, для вас. А на десерт коллективы филармонии сделали музыкальный подарок. Концерт собрал тысячи поклонников академической музыки. Алия Арзаева, Александр Дулепов, Новости ОТС.